кезекті отырысын бастаймыз. Бүгін бүкіл әлемдік қысқы универсиада ойындарының басталуына бірнеше күн қалды. Осы мәселені өздеріңіз өмірге қарайтын боламыз. Дайындық барысын және де бүгінгі отырыста отандық киноиндустрияның дамуына қатысты бірнеше маңызды мәселелерді талқылап шешім қабылдайтын боламыз. На универсиаде планируется участие более 2000 спортсменов из 59 стран мира. Будет разыграно 86 комплектов медалей по 12 видам спорта. Так, пятидневное пребывание в Алматы прогнозируемых 5000 иностранных гостей принесет малому и среднему бизнесу города более 2 миллиардов тенге доходов. Только страны-участницы, к примеру, произведут оплату в размере 1 миллион евро за проживание в атлетической деревне. Бет пердесі. Кино өнердің ішіндегі ең көрермені көп, аудиториясы кең өнер. Хочу сперва отметить важную роль государства и личную поддержку Ельбаса нашей отрасли. При этой поддержке мы имеем возможность снимать фильмы, которые прививают патриотизм и способствуют формированию необходимой идеологии. Но это бизнес, оттуда надо исходить. Это раз индустрия, это бизнес. Если отдачи не будет от фильма, то, естественно, там и развития не будет. Для того, чтобы снять качественные, высокорентабельные фильмы, ну, необходимо соответствующее финансирование. Необходимо, может быть, в рамках концепции пересмотреть нашу позицию по поддержке киноиндустрии в целом.